Слушай, ты сейчас можешь снять видео? Сними, пожалуйста, видео. На фоне объекта нельзя, давай. Давай вот на фоне этих осужденных, держи. Не, на фоне объекта нельзя, давай вот там. Давай, знаешь, как сделаем? Сними, пожалуйста, людей. Я хочу сейчас официально делать заявление. Слушай меня и сделай заявление. Нет, Асхаб. Давай на фоне леса. Давай на фоне леса. Давай, снимай, держи вот так, пускай будет. Подожди, туда. Сделай заявление. Сделай заявление. Туда, сними лагерь, покажи. В этом лагере лагерь нельзя снимать. Я знаю, лагерь не покажу, показались. Ну вот. В этом лагере находится более 200 заложников, украинских заложников, которых привезли сюда силой. Привезли силой и держат их в заложниках до сих пор здесь. Наши сотрудники знают о том, что украинские граждане находятся в заложниках. Украинцы? Украинцы, граждане Украины, их привезли с Херсонской области. Когда они еще отбывали наказание в Херсонской области, эти люди находятся сейчас, в данный момент, здесь. А они политические, получается? Получается, им статус никакого не дали. Они, получается, что у них статус этих украинских граждан непонятно какой. Они говорят, что мы якобы их спасли от бомбежек. А на самом деле эти украинские заложники, эти граждане, находятся в заложниках. Их было здесь около 300 человек. Сейчас их осталось примерно 182 человека. Эти люди попросили меня о помощи, чтобы я об этом сообщил. Я сообщаю об этом. Ну, на своем канале у меня всего 500 подписчиков, Асхаб. Без разницы, не переживайте. В Херсонской области находится. Так что вот в этом лагере исправительный колонн номер 5, вот начальник лагеря. Ну не будем снимать начальника. Да, вот, значит, будем. Начальник лагеря и вот это оперативники, режимники, они все в курсе. Они издеваются над гражданами Украины, издеваются над ними. Создают им такие невыносимые условия. Некоторых из них вербуют, прям шантажируют, прям заставляют их вступать в Российскую Федерацию, принуждают их брать паспорта, российские паспорта. Те, кто отказывается, их отправляют при освобождении. Их забирают на ФМС, а оттуда их везут на суд, осуждают их за незаконное пересечение границы. И вот я вам просто говорю, что те люди, которые сейчас видят это видео, я прошу вас помочь гражданам Украины, которые находятся сейчас здесь. В каждом лагере города Краснодарского края находятся украинские заложники. В каждом лагере. В этом лагере 300, на двойке еще количество тоже 200. Итого 2400, точное число не будет, 2400, там цифра маленькая. Столько украинских граждан вывезли сюда, на территорию Российской Федерации. Я понял, Асхаб. Пойдем пешком. Поэтому я прошу людей, кто может это помочь, кто смотрел это видео, чтобы приняли во внимание, что тут украинские граждане держат террористами. Пусть помогут этим гражданам Украины.